С чего еще, если не с покупки жилья, начинать Новый год? Пусть даже по старому стилю. Как раз в доме «Стамбул» жилого комплекса «Минск-Мир» начались продажи квартир. Современное 25-этажное здание вырастет недалеко от центра столицы, рядом с бывшим аэропортом «Минск-1». В чем преимущество и почему здесь покупать выгодно? Об этом в нашем следующем материале. Квартиры в Стамбуле выбирают с первого дня, как появились в продаже. Это и более широкий выбор, и выгода. Так дешевле. Юлия Блаженова покупает квартиру сыну Артему. Ждали возможности построить современную евродвушку в 48 квадратов. Именно в этом доме на 8 этаже. Артем и учится, и работает. Уже распланировал ремонт в своей квартире. Спальная будет сторона вместе с лоджией. Там лоджия огромная, грубо говоря, 4 квадрата. Она будет соединена вместе с комнатой. То есть утепленная лоджия будет. Не будет никакого окна и перегородки. Там будет гостиная соединена с кухней, разделена барной стойкой. Все это будет в скандинавском стиле, в светлом. Рассрочка на 10 лет без процентов от застройщика. Приложение, которое действует до конца января, оказалось самым удобным для Артема и Юлии предложением. Есть и другие преимущества. Это возможность жить в развивающемся центре столицы, комплексе «Минск-Мир» и, конечно, современные стандарты реализации жилых комплексов. Мне понравилось, соответственно, понравилось и нам. Зелено-парковая зона вокруг дома, то есть одиноко стоящий дом. Рядом остановка автобусная, соединяющая с центром города. Пешие доступности метро. Рядом парковочка и зеленая зона. Как говорится, нету этой суеты. Начать ремонт в своей новой квартире Артем рассчитывает уже в этом году. Подробнее про дом «Стамбул». В здании 25 этажей и 216 квартир свободной планировки, площадью от 43 до 72 квадратных метров. Вход в дом с двух сторон. С внутренней стороны тихий зеленый двор. Цокольный этаж и входная группа будут отделаны керамогранитом. Это и красивое, и долговечное решение. По фактуре и свойствам наиболее близкое к отделке натуральным камнем. На первом этаже дома «Стамбул» будут размещены коммерческие помещения. Вестибюль дома – просторное и светлое дизайнерское лобби с панорамным остеклением, украшенное видами Стамбула. Конечно же, здесь будет предусмотрена стойка и зона встречи курьера, санитарная комната с пеленальным столиком, а также помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Три скоростных лифта компании «Отис», два из которых повышенной грузоподъемности. Квартал «Южная Европа» будет зеленым. Во дворе каждого дома детские площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала построят детский сад на 230 мест. А еще магазины, кафе, аптеки. Комплекс «Минск-Мир» первый и единственный в стране, который строится по принципу «город в городе». Здесь возведут крупный торгово-развлекательный центр «Мара Молл» с магазином, фудкортом. Деловым сердцем комплекса будет международный финансовый центр «Минск Ворлд». Вариантов для выгодного приобретения недвижимости в жилом комплексе «Минск-Мир» множество. Беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 10 лет. Для покупки необходим лишь первый взнос в размере 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита. На таких условиях рассрочка по просьбам покупателей продлена только до конца января. Покупка квартиры сына у нас давно была запланирована. Либо снимать квартиру сына нам, ту же евродвушку для семьи его будущей, либо покупать свою квартиру, то есть оплачивать свою квартиру, ну, чуть-чуть, может быть, больше, чем платя людям чужим. Только за то, чтобы платить за свое. И 10 лет – это не 20 лет кредита, все-таки, если пересчитать, все сегодня люди грамотные, считать умеют. Даже в кредитном, если это намного переплаты больше, чем в рассрочке. Скидки предусмотрены для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов. И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров. Это финансирование 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5% или по другой программе 7% годовых на первые 2 года. Напомним, стоит поторопиться. Офис продаж работает без выходных, и квартиры в доме «Стамбул» распродаются очень быстро. К тому же, только 2 недели осталось до конца января, чтобы купить квартиру в рассрочку на 10 лет на прежних условиях и не переплачивать банкам за пользование кредитом, а значит, сэкономить большие деньги. Алексей Кряквин, ОНТ.